Еще. Это последнее. Жирный, давай поосторожнее. Ну, еще раз. Попробуй только эту испортить. Разделимся. А, это еще зачем? Ты что, Михалыч? Не надо! Не дрейф, Сеня. Так все делают, когда попадают в стрёмные места. Вау! Чем? Обнаружена неизвестная форма жизни. Система безопасности отключена. Орудия переведены на ручное управление. Все двери временно заблокированы. Выравниваю давление в центральном отсеке.
Давление выровнено. Двери центрального отсека разблокированы. Внимание! Признаки заражения обнаружены в центральном отсеке. Внимание! Обнаружена неизвестная форма. Внимание! В отсеке обнаружена неизвестная форма жизни. Внимание! Обнаружена неизвестная форма жизни. Внимание! Обнаружена неизвестная форма жизни.
Главный шлюз открыт. Внимание! Активирована система самоуничтожения. Всему персоналу срочно покинуть. Отключение системы самоуничтожения невозможно. Повторяю, отмена невозможна. Вы все умрете. В этот момент перед глазами Карапуза пронеслась вся его никчемная жизнь. История, которую я собираюсь тебе рассказать, абсолютная, химически чистая правда. Темной ночью владыка Сарумян отправил первого нашего брата в этот темный-темный лес, дабы испытать его преданность и выносливость. Давно ходили слухи, будто в чаще стоит темный-притемный дом, а рядом темное-темное кладбище, от одного вида которого любой обращается в зомби. И вот, существует вполне научная теория, что брат наш попал таки на это самое кладбище и был проклят навеки, и с тех пор живет он и питается мозгами заблудившихся путников. О, сатана, что это? Спасатель! Это он! Призрак! Не трогай меня! Она на брате! Призрак леса! Это зомби! Куда бы ни направлялись урки, они волокли с собой горы барахла. Помимо динамита, патронов и порножурналов, каждый волок трофеи, вроде мешков со скальпами и ушами невежи. У состоятельных изенградских урков имелись чемоданы с награбленным золотом. Мордовские ополченцы обязаны были сдавать награбленное Силерону, который обещал после прихода к власти разделить все добро поровну. У всех урков была двойная Y-хромосома, поэтому все они с рождения были педофилами. Эту пикантную особенность Сарумян цинично использовал в генетических экспериментах. У новых
трансгенных урков была уже тройная Y-хромосома. Такие хромосомные урки обладали чудовищной силой, а также невыразимой тягой ко всему противоестественному. Как же ты меня достал, обезьяна! Иди сюда! Лесорубы, дикие поджигатели! Будете знать, как костры в заповедниках устраивать! Биф, ты где? Здесь я! Бежим отсюда скорее, пока нас не заметили! Это было в степях Херсонщины. Первый эскадрон особого назначения Рахлянской конной милиции врезал по уркам, как копыта по навозу. Лишь двое карапузов, обделавшись легким испугом, смогли избежать жуткой резни и спаслись бегством. Но волосы на их маленьких ладошках поседели от ужаса. Ужасно! Не, реально, это ужасно. То, что они делают. Да, это просто кошмар. Кошмар? А трактир здесь есть? Не время сейчас. Ну что, кто первый пойдет?
Основным занятием любого рахлянского дачника была культивация племенной рахлянской репы. А главной статьей рахлянского экспорта была особо нажористая водка, которую гнали из отборных сортов элитного корнеплода. Отменный нервно-паралитический продукт прославил Рахляндию и ее кулака-реповода. Больше своих женщин гордые рахлянские всадники любили только женщин чужих. А больше женщин чужих только лошадей, доспехи, саблю и водку. Но каждый понимал, что после войны с урками количество собутыльников может резко сократиться. Рожать новых алкашей тоже будет некому, ибо уркам для продолжения рода женщины, как известно, не нужны. Они всех пустят на чехлы для мобил. Поэтому каждый рахлянский джигит делал все возможное, чтобы уберечь своих женщин от лап уркаганских чехлоделов.
Огонь! Катапульты всегда использовались рахлянцами для депортации из государства недобитой контры. Но технологию скрали хитрые мордовцы, и на свет появились мордовские деревянно-штурмовые батареи. Только нормы техники безопасности мордовцы скрасть не смогли, и урки веками запихивали в механизмы катапульт кто руки, кто бошки, носы, пальцы и другие члены, как свои, так и войсковых товарищей. Впоследствии именно Мордовия первой применила огнестрельные орудия, благодаря внедрению которых некоторые урки стали возвращаться с войны без увечий.
Оху, круто! Вот это да! Жаж! Храбрые Федор и Сеня отважно ходили кругами 2 часа. И тогда голый, струсив, напал первым. Помня наставление Пендальфа, Федор применил военную дипломатию. После вдумчивого применения Божьего слова и доброты, голый согласился провести путников в морг тайными закоулками. Как он и обещал, спустя несколько дней утомительного перехода через Альпы, туристы выбрались на равнину. Голый, ты куда нас завел? Это ж болото! Болото мертвецов! Место гиблое! Трясина и монстры повсюду! Скорее всего, мы уже покойники! Ну что вам терять, карапузы? Хе-хе! Ступайте следом и смотрите в оба! Ненавижу, когда ты так говоришь, голый! Я так и знал, что мы влипнем из-за тебя. Да ладно, цельтесь голову и близко не подпускайте. Знаю, не впервой. Жирный просто паникер, привыкнешь. О нет! Он нас выследил! Летающий эсэсовец! Все! Гранты! Крышка нам! Этот ведь бронированный! И от него просто так не отделаться! Не может быть! Моя покойная бывшая! Покойная? И как же она умерла? Мне больно об этом вспоминать! К тому же, за это я тоже уже отсидел! Черт возьми, голый! Ты просто чудовище! Знаю, знаю! В крови болотных утопленников и живых мертвецов содержалось так много спирта, что им не были страшны ни гнилая вода, ни зловонный ветер, ни время.
Боялась эта нечисть только пули в башку, отделение башки от тела и попадание под трамвай. Осиновые колья покойников не брали. Осина хорошо действует только на упырей и оборотней в погонах. Однако существовал еще один надежный метод. Но рассказывать о нем мы не имеем права. Что делать, Михалыч? Отступаем? Чё, убивать? А как же добродетель, о которой говорил Пенга? Сеня, не будь занудой. Сладкая парочка. Может, дальше одни пойдете? Двигаемся, не отставай! Дьяволькина, не туда отвернул! Извините! Помнил дорогу. За мной! Там должен быть поселок. Называется Светлый Путь. Через него мы выберемся отсюда. Thank you.
Вот уже рядом! Ты же вроде сказал поселок Светлый Путь. Не нравится мне все это, Федя. Заткнись, жирный, вперед! На самом деле, поселок назывался не Светлый Путь и вовсе не был простым поселком. На самом деле, это была биобаза Овсище-2, названная так в честь первой, давным-давно затонувшей в болоте. Кто там жил и кому вообще все это было нужно, не знали даже местные. Поэтому ходили слухи, что там вообще никто не жил. А если и жил, то непонятно кто. По-моему, это тупик. Надо возвращаться. Тихо. Ты же вроде сказал поселок. По-моему, это тупик. Надо возвращаться. Тихо. Ну все, хана нам! Занесло же нас! Лакали мои денежки! Как же я дома с пустым кошельком покормюсь! Ты же вроде... По-моему, это тупик. Надо возвращаться. Тихо. Далекие времена, когда биобаза Овсище-2 еще находилась на госфинансировании, голый
Сдуру женился на дочери тамошнего директора, Василисе Иосифовне Онеблэй. Однако сразу после свадьбы невеста внезапно превратилась в жабу. Жаба была не крупная и брачную ночь с Голым не пережила. Голый тогда огреб по всей строгости закона, а жаба стала являться к нему во снах и требовать, чтобы муж как можно скорее возвращался обратно на биобазу. Она поможет ему переехать к ней на тот свет. Окончательно решить вопрос с болотной супругой Голый удумал при помощи бесстрашных бойцов города. Федора торкнуло. Да так, как никогда не торкало даже Сеню Горджубаса. По-взрослому торкнуло. И дальше поволокло. Закатились зенки, челюсть свело, померк белый свет. Путь к большим бодунам, столице Рахляндии, пролегал через обширные степи великой страны храбрых всадников. На горизонте маячила уркаганская угроза, но граница все еще находилась под мощной защитой конных омоновцев. Данный эпизод истории Средиземноморье запомнило как «Великий Бодун», а в самой Рахляндии данного эпизода не помнит вообще никто. Да и не только данного. Эй, служивые! Прикурить не найдется? Что-то я не расслышал, Киви, как он только что их обозвал. Яху! Чуваки, сейчас будет драка! Черт возьми, ну почему он вечно во всякое вляпывает? Сосредоточиться!
Двигаться! Окружай их! С уклона заходи, с разгона не сбрасывай! По шапкам бей! Их слишком много! Их трое! Когда же они кончатся? Держаться в строй, не отступать! Закрыть брешь слева, теснее в центре! В низину загоняй! Дьявол! Прикройте меня, хлопцы! Баран мой! Куда же ты? Стоять! Отлично! Рогатого ранили! Теперь, по теории, боевой дух отряда должен сильно упасть! А как определить, что он упал? В теории, они теперь должны отступить или сдаться! Что-то не похоже, Логоват! Чёрту теорию! Убьём их всех! Ну, конечно! Их стиль раненый пьяный медведь! А почему пьяный? Не знаю! Но слухи такие ходили! Рапсадников Рухляндии! Ну ты, чувак, вообще без башки! За наезд ответишь! Ясно, Бон! Держись, Бон! Он скоро устанет! Поддечку! Поддечку! Сила кольца! В репу ему, в репу! Поддечку! Поддечку! Держись, босс! Он скоро устанет! Прячь его, босс! Осторожно, босс! Он вооружен! Ой, вали его, босс! А, черт! Я только что вспомнил об одном важном деле. Продолжайте без меня! По коням! Не упустите рогатого! Рохлянские скакуны издревле славились всеядностью и внедорожными качествами. Только скорость оставляла желать лучшего. Поэтому во времена правления атамана Бориса конные ОМОНовцы Больших Бодунов впервые стали применять нитроимплантанты. Их специальные экологически чистые турбодвигатели использовали топливо на основе концентрированного спиртового настоя. Пять лошадиных сил барана плюс 90 сил нитро! Нате, съешьте! Стоять и не дышать. Но ты меня разозлил, мужик. Спрашиваю последний раз. Табак есть? Какой табак? Мы спортсмены. Ну, конечно. Не курите, не пьете. Тогда почему ваш стиль пьяным медведем зовут? Стой, акроном. Может, он карапузов наших встречал? Что, летать? Ты все слышал? Если не встречал, тебе крышка. По-любому. Отвечай! Маленьких таких, еще бы, такое никогда не забуду.
Мы полночи за ними гонялись, но так и не поймали. Просто там урков много было, мешали очень. Это все они, гады, устроили. Половину заповедного леса спалили. Кто? Урки? Да нет. Ты что, мужик, карапузы эти. В жизни не видел более гнусных существ. Где они, там неприятности. Уж поверь мне. Таких видений у Федора не бывало даже после грибов, которых они как-то раз нажрались с Баралгином в деревянном лесу. И даже тогда мир не казался таким прекрасным. Федор твердо решил, что либо получит местную прописку, либо просто переедет сюда навсегда. Эх, друг, у тебя на уме только деньги, деньги. Не твое дело, жирный. Я же твой лучший друг, я только добра тебе желаю. Заткнись, жирный, а то схлопочешь у меня. Ах так, ты всегда меня презирал, но теперь ты заплатишь за это. Ох, малыш, учиться тебе надо. Получить нормальное образование, наконец. Не собираешься же ты всю жизнь курьером работать. Никогда не слушай старых неудачников, сынок. Золото, женщины, выпивка — это самое главное в жизни. Буква А — это агроном. У — это урки, а также урология, укол, урбанизация, ультрафиолет. Это ключ. Ключ. А также кровь, кишки, клочки, капуста. Б. Это Баралгин. Это из-за тебя я здесь. Убили тебя мало. Неблагодарный котеныш. Это ты душу мою сгубил! Г — это глаз, а также глюконат кальция. Глупые урки. Гадкие урки, гнусные урки.
Убей их. Убей. Убей. Это покемон, а также пнуть, повесить, прибить пиротехника. Иди к папочке! Ха-ха-ха!
Что это там? Не золото ли блестит? Же – это жадность, а также жирный, жесть, железобетон. Оставьте меня в покое! Никому не отдам мое кольцо, мое золото! Мое, мое! 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 Нет! Федя! Очнись! Очнись же! Очнись! Федя, быстро скажи первое слово, которое придет тебе в голову. Не надо. Мадафака. Золото мое где? О, живой, значит.
жестокость. Это порядок. Шекспир писал: хороший враг, мертвый враг. Че ты гонишь? Шекспир никогда такого не писал. Какой-такой Шекспир, слушай? Хватит уже. Ты идешь налево, ты направо, а я прямо пойду. Если найдете карапузов, живых ли, мертвых ли, свистните. Про деревянный лес в Рахляндии ходили весьма подозрительные слухи. Болтали про беглых урок, зомбарей шатунов, самоходные деревья и смертельные радиоактивные лужи. А после третьей шепотом вещали про полную чертовщину, вроде снайперов-кукушек и контакты с внеземными цивилизациями. Разумеется, верили в подобное только любители газеты «Аномалия». Что-то не дыхнут совсем. А ты куда целишься-то? Как учили в Академии Гондураса, в пах целюсь. Ты что, совсем дурак? Это же зомби, а не орки. Зомбям в голову стрелять надо. Это все знают, идиот. И приклад ты неправильно держишь. Если хочешь, незнакомец, пойдем вместе. Но я не настаиваю. У нас тут просто учение. Спасайся, незнакомец! Мы их задержим! Это тупик! А ну, откройте дверь! Шимов! Пусти нас внутрь!
Тут на нас охота! Да есть кто дома, а? Придется драться. Черт, побери. А так хочется мира, покоя, любви. А чего они от нас хотят? Может, спросишь у них, благо вас? Ты дипломат! И тут все ясно, друг Киви. Это называется основной стиль. Прекрасно! Порадовал. Лучше бы они меня просто сожрали. Агавас, ты уже тогда оставь 3 патрона. На крайний случай. Ключик, ключик! Хватай скорее! Это наш шанс! Укроемся на кладбище! Это еще что за... такая... нехорошая штука? Мне, друзья, это не нравится. Ой, ну перестаньте! Что делать-то будем? Если вы меня спрашиваете, то я пока еще не понял, кто из нас хуже влип. Нет. Thank you.
Заметить, майор Пендель. Значит так. Я теперь мистер Белый и хозяин здешних плодородных мест. Прошу меня впредь узнавать и слушаться беспрекословно, как раньше. И коли так, ты, агроном, теперь будешь у нас мистер Черный, ты, Гиви, мистер Рыжий, ну а ты, Логовас, мистер Голубой. Ура! 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 Ура!